Эта служба и опасна, и трудна. Сергей Александрович Трусов начинал свой путь в полиции с должности инспектора ДПС. И вот уже на протяжении 22 лет он стоит на службе у закона и общественного порядка. Даже сейчас, занимая важный и ответственный пост заместителя начальника управления, Сергей Трусов наряду со своими сотрудниками выезжает на место преступлений. Служба в милиции в то время считалась престижной. И как бы всем помню пример, да, дяди Степы, когда... Во все там и плакаты были, и мультфильмы, и фильмы, связанные с сотрудниками милиции, где были положительные примеры, и хотелось бы как бы юношеские такие порывы, что... быть тоже, приносить пользу людям. Полицейский – человек публичный. На него всегда смотрят, как на защитника и героя. И самая главная задача сотрудника правопорядка – оправдать эти ожидания и сделать все, что от него зависит, даже если на кону стоит собственная жизнь. Мы приносим пользу людям, защищаем их жизнь и здоровье. И когда человек выражает нам слова благодарности, мы тоже за это радуемся, что человеку сделали приятное, что помогли ему в какой-то трудной жизненной ситуации. Пришли к нему на помощь, не считаясь там даже всем, да, слышим, смотрим телевидение, новости, что сотрудники полиции погибают от рук преступников, защищая жизнь и здоровье граждан. Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел – это еще и повод подвести итоги работы. По словам Сергея Александровича, в этом году значительно повысилась раскрываемость преступлений, в том числе и с незаконным оборотом наркотиков. Всех коллег хочется поздравить с профессиональным праздником, пожелать им дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Светлана Юрнова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.